Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как рождается натяжной потолок. Любой натяжной потолок начинается со звонка клиента. Но хорошему натяжному потолку требуется эскиз или проект. Мы предоставляем эскизы в простой программе, разрабатываем их сами, утверждаем примерный эскиз с заказчиком и предоставляем визуализацию самого проекта. Это позволяет нам изменить что-либо. Если потолок будет выполняться из гипсокартона, либо каких-либо других материалов, не из натяжного потолка, либо просто будет монтироваться заказчиком, мы предоставляем линейные размеры потолка, полную поддержку в этом случае мы обеспечиваем. Следующим этапом после разработки проекта и построение основных конструкций потолка следует замер. Замер на бумаге. Лазерной рулеткой вымеряется потолок. Замер на бумаге может осуществляться на замерочном листе. Мне гораздо удобнее использовать тетрадь в клеточку. На нем я расчерчиваю контур потолка. Расчерчиваются диагонали и проставляются размеры уже непосредственно для каждого потолка. Диагонали выписываются отдельно. Вот в такой вот программе мы вводим данные с бумажного листа и уже непосредственно создаем потолок. Чертеж потолка, необходимый для производства. На раскройном листе мы выбираем расположение потолка на рулоне отреза. Выбираем шов, либо наоборот, убираем шов, чтобы его не было. Сравниваем с раскроенным листом наш эскиз. И отправляем потолок непосредственно в работу, в раскроечный цех. На данном объекте разметили, накрутили направляющий профиль на части потолка. О разметке расскажу чуть подробнее внутри круга. Размер потолка выбирается от нижней части короба, проставляется по всему периметру через определенное расстояние. Вот такие вот у ребят конструктивные профиля. Профиль ЛСТК 1,2 мм. Они являются производителями, первыми в Темрюке. Позже я сниму видеоролик об этом, когда нас пустят на производство. Ну и непосредственно посмотрим монтаж. Приятного просмотра вам. Посмотрите, как два человечка устанавливают потолок. Рождение красивого натяжного потолка. Может быть, стоит убрать детей от экрана. В данном ролике в некотором понимании могут присутствовать элементы эротики.
небольшой обзорчик установленного потолка при более хорошем освещении с разных ракурсов. Сейчас будем останавливать круг. Круг устанавливается таким же образом. Полотно разогревается, глянцуется. С помощью тепловой пушки уходят все замины. Полотно становится мягким и растягивается. Наслаждайтесь просмотром. Следующим этапом происходит установка декоративной заглушки, кантика, вставки. Видео поподробнее о этом элементе я прикреплю ссылочку в описании. Посмотрите. Выставляю на ваше обозрение готовый результат красивого натяжного потолка. Рождение потолка прошло успешно. Пишите свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. До новых встреч!